Ну что ж, привет, YouTube. Седьмой день моего пребывания в Белливью и третий заключительный день групповой стадии. Сегодня мы попрощаемся с шестью командами, остальные 10 продолжат свой путь по турниру, и две из этих 10 команд попадут напрямую в плей-офф, который будет проходить в Киа-арене. С вероятностью 90% Evil Genius и Vici Gaming станут те двумя командами, которые пройдут дальше. И, в общем-то, станут они абсолютно заслуженно. Команды играли в свою игру, команды играли отлично. Vici Gaming нужно для этого хотя бы победить сегодня Arrow. Evil Genius можно... Да, Evil Genius тоже, на самом деле, надо кого-то обыграть, насколько я посмотрю, потому что Invictus Gaming наступают на пятки, у них 5 поражений, у Vici и у Evil Genius по 3 поражения. Тем не менее, шансы очень-очень высоки. В любом случае, единственные, кто может зацепиться, единственные 3 команды, которые могут зацепиться за вторую, первую строчку, это IG, DK и Cloud9. Но в зону риска как бы они не попадают в любом случае, как, скорее всего, и Liquid. И это большой плюс, и, как, скорее всего, Ньюби. Эти команды, которые с высокой долей вероятности пройдут дальше, у них сегодня еще несколько игр. Что касается Na'Vi, им нужно побеждать сегодня, потому что чисто теоретически возможны переигровки за 10-11 место, и Na'Vi еще могут вылететь. И такая же ситуация у Empire, обязательно надо побеждать, только от них-то уже ничего не зависит. Даже если они свою игру выиграют, им нужно, чтобы реально очень много факторов совпало. В частности, наверное, об этом-то и поговорим. У нас в нижней части таблицы сразу много команд претендуют на выбывание. И как бы самые реальные шансы на выход имеют LGD, у которых сегодня всего одна игра, если они ее выигрывают, то они уже напрямую точно не вылетают. Могут вылететь через переигровки, но картину подпортят они сильно. Fnatic, Маус и Alliance должны одержать две победы или хотя бы одну, чтобы цепляться за переигровки. Что касается Империи, им нужно побеждать Arrow. Если они Arrow не выигрывают, можно паковать чемоданы и отправляться домой с 14-15 места, что, конечно же, неудовлетворительный результат. В общем-то, наверное, по каким-то прогнозам сегодня проходиться не будем, а больше поговорим о том, что есть успех для той или иной команды. Уже который час, ну, вчера эта тема была затронута наиболее активно, и сегодня с утра она обсуждалась не менее активно, тема своей игры. Команды, которые играют в свою доту, побеждают. Команды, которые подстраиваются под соперника, не побеждают. Две последние игры Empire тому прямое доказательство. Совершенно другая империя и совершенно другие результаты. Почему люди на таких важных турнирах так жестко, можно сказать, ломаются, так жестко изменяют себе и пытаются придумать что-то, чем не играли весь турнир, весь сезон, весь год. Например, у Empire не было практически ни одного дазла, и они пикают Skyrus Mage, на котором официальных игр у них не так уж и много. Думаю, что причина этого вот именно мода какая-то, какая-то дотерская мода, кто-то ее вводит и кто-то ей следует. Такие команды, как Cloud9, например, они совершенно этой моде не подвержены. У них всегда все себе на уме. У Фнатиков то же самое. Тем не менее, Фнатик выступили неудачно, но об этом... Это совершенно другая история, на мой взгляд. Все-таки они играют с Эрой, с которым не играли долгое время, и если бы они действительно хорошо выступали, было бы удивительно. То же самое Vici Gaming. Команда берет пик и идет ломать вышки. Идет ломать вышки, идет драться, и так происходит каждую игру, им совершенно наплевать, что взял их соперник, хотя иногда это выходит им боком, но 10 побед и высокие шансы на первое-второе место. То же самое можно сказать про Evil Genius. Тяжело сказать, что нас ожидает сегодня, но
скорее всего, будут переигровки, и их будет немало, и игровой день будет насыщенным. Мы находимся сейчас в офисе Valve. Здесь сегодня выходной, здесь практически ни души. Ну, на самом деле, много кастеров, естественно, но нету работников. И реально офис, который и так достаточно тихий и спокойный, еще тише, еще спокойнее. Так что сегодня мы будем в такой тишине работать. В общем-то, как долго это все продлится, сказать тяжело, опять же. Вчера у нас закончились игры достаточно быстро. Вернулись мы в отель, записали с Каспером ревью. Кстати, если вы его не видели, то в Твиттере в моем есть ссылка VP нижнее подчеркивание Mailstorm, и там где-то в верхних твитах обсудили игровой день. Единственное, что мы там забыли упомянуть, это, пожалуй, игру Alliance против Вичи, где была феерия на Рошане с первых минут игры. Но, в принципе, в остальном все упомянули. Что хотелось бы добавить? Команда Ньюби, которую я ставил так высоко и который предрекал неудачи в плей-офф из-за того, что Ксяоэйд будет исполнять какую-то чушь, начала исполнять чушь уже с групповой стадии, и у меня реально появляются опасения, что к плей-оффам директора перестанет клинить, и он начнет играть, потому что обычно у него на турнире 50 на 50. 50% игр он играет не пойми как, 50% игр он играет неплохо. И вот пока что он играет не пойми как. Если он заиграет в плей-офф действительно хорошо, то Ньюби могут подняться и очень-очень сильно. Также очень важный день сегодня для Нави, который даже если не вылетят, я считаю, 8-9 место для них будет провалом, и в Киа-арену они не попадут, потому что команда играет очень нестабильно. В команде не все гладко в плане понимания, скажем, друг друга, насколько видно по играм, и совершенно это не те Na'Vi, которых мы видели на 2012 International и 2013 International. Хотя, опять же, если к плей-оффам Na'Vi соберутся, покажут свою игру, будет очень и очень здорово. На этом, пожалуй, на сегодня все. Возможно, будет видео, если сегодня все рано закончится, после группового этапа. Если все закончится поздно, видео не будет. Реально, каждый день встаю в 6 утра, ну, как и все здесь, приходим домой, приходим в отель поздно, сразу ложимся спать. Кто-то высыпается, кто-то не высыпается, но смысл в том, что времени ни на что больше не хватает. Смотрите International, следите за видео на канале. Думаю, если у нас будет парочка дней перерыва, возможно, появятся какие-то новые прикольные видео из отеля, а не только утренние превью, которые сейчас записываю. Ну и увидимся с вами на интернет-трансляциях. Сегодня мы начинаем с матча Fnatic Titan, далее две игры Маус. Все игры, решающие в плане выхода или выбывания с турнира. Так что следите за International. Всем пока.